Всем привет. Ходим, топчем. Затопленный пляж по Карыбинскому. Водохранилище. Поиск утки. Утка есть, но там нету. Хорошо. А остальное на удачу. Вот еще один летит. Пару-тройку недель здесь воды не будет совсем. Здесь песочек, ну, большой вырос. Затягивает. Ближе к дождю, пасмурно будет. Ходим за уткой. Нашли погибшую щучку небольшую. Странное повреждение, нет? Почему? Что с ней случилось?
по колено в воде. Лучше учебной стрельбы не найти. Поднимаются и потихоньку нас разгоняются. Впереди вам красный бурбон вот сейчас. Ясно, он стоит. Хвойный. Парни рыбаки мне помогут. А вот вопрос, плывем оттуда. Есть шанс.
такая вот у нас охота. Пока всю утку местную вроде разогнали, подвыбили. Надо ждать северной. Это конец сентября. Северная может тут подостаться. Как всегда, метров 15 летел. Тёныч, взяли с полем.